В Институте ядерной физики состоялась презентация проекта «Кластер облачных вычислений». Он позволяет быстро и надежно загружать и отправлять большие объемы данных, а также выполнять расчеты, требующие больших информационных ресурсов. Участники обсудили сущность, методы и опыт внедрения данной технологии. В Институте ядерной физики Академии наук впервые в Узбекистане открыт кластер облачных вычислений, созданный в сотрудничестве со специалистами Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Благодаря этому наши ученые получили возможность сбора, хранения и использования важной информации со всего мира. Другими словами, эта технология позволяет интегрировать высокоуровневые серверы в единую облачную инфраструктуру для повышения эффективности и увеличения скорости вычислений. В результате сложный расчет выполняются быстрее и обеспечивают высокоточные результаты для научных исследований. У нас открытие облачной инфраструктуры, у нас большие вычисления, теперь вот впервые в Республике Узбекистан. У нас появились много новых возможностей. Каждый пользователь может подключиться от себя, запросить нужную ему мощность. Мы ее ему предоставим. Вычисления будут производиться быстро. В будущем мы сделаем такие же проекты в других институтах Академии наук. И будем объединяться в кластер и таким образом расти, расти. И у нас будет достойная мощность, которую мы сможем использовать. В рамках сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований Академический институт Узбекистана интегрированы в научные проекты мирового уровня. Более 10 исследователей из Узбекистана участвуют в реализации научной программы Международного института. В 2021-2022 годах 23 молодых ученых проходили краткосрочные стажировки в его лабораториях. В рамках встречи подписаны двусторонние соглашения о научно-образовательном сотрудничестве Объединенного института ядерных исследований с Национальным университетом Узбекистана, Ташкентским технологическим университетом и Наманганским инженерно-технологическим институтом. Приоритетными направлениями сотрудничества являются реализация совместных научно-исследовательских проектов, международных научных форумов и образовательных программ, нацеленных на подготовку высококвалифицированных научных, инженерных и преподавательских кадров.